Друзья, напоминаю, это уже вторая часть обзора колонок Technics, модель SB411. Во второй части, уже по сложившейся традиции, я разобрал одну колонку, чтобы мы с вами могли изучить, посмотреть, как устроена она изнутри, как выглядят динамики с тыльной стороны, какие у них магнитные системы, ну и так далее. Давайте, пожалуй, начнем с NC-динамика. Его размер заявленный 25 сантиметров. Он выполнен по фирменной технологии Technics, так же, как и старшая модель SB1000. Он трехслойный. Слои были спрессованы, склеены вместе. Получился вот такой вот замечательный легкий и твердый подвес. На ППУ подвесе новый подвес стоит. Магнитная система у него, сейчас попробую вам это показать, довольно-таки массивная, так скажу, друзья. Динамик 8-омный, 25 сантиметров. Вот такой вот вид у него, друзья. Если, например, сравнить с другим динамиком от Technics, то плоскопанельным сотовым, вот так вот он выглядит. Для сравнения. Кстати, не помню, откуда этот динамик. Если кто узнал, друзья, напишите в комментариях. Подвес осыпался, нужно будет новый подвес. Сейчас попробую вернуть обратно. Вот такие вот два замечательных динамика. Конусный и плоскопанельный. А мы идем, друзья, далее. Вот такие вот отверстия в корпусе для динамиков. Это СЧ-секция, то есть ВЧ-СЧ-секция. Отверстие для динамика. Кстати, друзья, толщина передней стенки у нас 2,5 сантиметра. Толщина остальных стенок 2 сантиметра. Вот такие вот аттенюаторы. Они легко снимаются. Насаживаются на вот такой вот вал. При необходимости, отвернув эту гайку, можно снять аттенюатор, провести какие-то технические работы, поставить на место. В корпусе также есть распорки, усиливающие уголочки, проклеено хорошо все, ну и так далее. СЧ-динамик, вот так вот он выглядит, его размер 13 сантиметров, ну, имеется в виду уже вот так, если по этой окружности. А так, купольные динамики мерят по куполу, по размеру купола. Это 3,5 сантиметра. Кстати, друзья, так и не нашел нигде в описании, из чего изготовлен этот купол. Кто знает, тоже, пожалуйста, напишите в описании. Вот такой вот ВЧ-динамик. Все динамики, да, с довольно увесистыми магнитными системами. 8-омные, 10 сантиметров. Размер купола 1,9 сантиметров. Титан. Друзья, теми знаниями, которые я обладал, я с вами поделился. Информацию я черпал с японских сайтов. Что мог, что знал, вам рассказал, показал. Всем желаю здоровья, любви, удачи, денежного благополучия, мирного неба над головой. Да, друзья, до скорых встреч на канале.